Приветствую вас, друзья мои, у себя на канале, в гостях, старые кроли готовят. Зима, праздники, что-то захотелось холодца. Итак, сегодня холодец говяжий или студен из говядины. Давайте поближе познакомимся с ингредиентами. Естественно, говядина. У меня тут 2 килограмма на косточке. Морковка, чеснок. Ребята, из пряностей я буду использовать лаврушку, гвоздику, бадьян, черный перец горошком, черный душистый перец, соль, 2 кусочка сахара. Сахар как усилитель вкуса. И чтобы он встал, простите меня за каламбур, холодец, я буду использовать утиные лапки. По мне, это самый лучший коллаген в этом холодце. Не надо ни желатинов, ни агар-агаров. Ну, около килограмма их здесь. Быструю такую легкую подготовочку сделаем. Я лук пополам. Несколько морковок я тоже пополам разрежу. Чеснок чеснокодавкой подавим. Я немножечко мясо разрежу на кусочки. Даже так, наверное, оставлю. Пойдемте в горячий цех. Включаем. Ждем, когда начнет кипеть. Закипает. Я выключаю. Вот смотрите, это делать не обязательно. Особенно с говяжьим колодцом. Я несколько часов вымачивал, сливал, менял воду. Но все равно я вот это все солью, промою. Залили свежей воды сантиметров 5, чтобы накрывало, 5-8. Включаем. Не на самую мощную, а то снизу будет пригорать мясо. Ждем, пока закипит. Если будет появляться пена, снимаем пену. Хотя в конце мы все равно это дело еще раз процедим. Включаем сковородку. Без масла разгоняем ее сильно. Начинаем обжаривать лук и морковку. Чтобы на той стороне, на которой лежит на сковородке, такой черненький-черненький подгарчик появился. На самом деле все, выключаю. И в сторону, пусть ждет своего часа. Немножечко еще появляется. Снимаем. Ставим на самый маленький. Где-то у меня будет 2-3. Буду смотреть, чтобы прям чуть-чуть еле шевелился. Забываю часов на 5. 4,5 часа прошло. Он потихонечку шевелится, это хорошо. Лук и морковь закладываем. Пряности. Через полчасика посолю. 30 минут прошло. Соль, сахар. Соли где-то столовую ложку, если будете соленые, доведу, ну, когда буду собирать сам холодец. 2 штучки чесночка. Чеснок быстро вываривается, запах, вкус от него не остается. 6 часов. Достаем мясо. Начинаем перебирать. Оно и так разваливается хорошо. Главное убрать косточки, потому что буду с косточкой. Горячие руками не порвешь, вилками. Это сделаем. Чеснок через чеснокодавку. Перемешаю здесь. Чеснок, так же как и специи, кладите на свой вкус. Любите побольше, добавляйте побольше. Вообще не любите, вообще не добавляйте. Раскладываем по формочкам. Следующий этап будет такой, ребят, не снимать будет неудобно. Я в емкость через ситочко половником буду наливать горячий бульон. Понятно, да? Вот как-то так. Ну, друзья мои, вот сколько получилось по мясу. Бульон, конечно, еще остался. Я яйца отварил. И разрезал, и в одну порцию добавил. Так тоже можно делать. Остывает, одеваем крышки на холод, и потом встречаемся.
Прошла ночь. Все застыло. Ну, други мои, говяжий холодец готов. Приятного аппетита. Так что утиные лапки очень хорошо работают как естественный загуститель. Рекомендую. Вам спасибо, что не забываете, сбегаете, отмечаете для себя что-нибудь интересненькое, выискиваете. Скоро увидимся.